мы должны были писать специальную программу, которая выходила как раз 22 апреля. Ну, те люди, которые примерно моего возраста и старше, они помнят, что 22 апреля – это день рождения Владимира Ильича Ленина. И просто взяли и переодели всех наших актеров в соратников Владимира Ильича. То есть у нас, значит, был Дзержинский Андрей Филимонов, был Ленин, Валерий Драницын, Булочка Роза оказалась Анкой-пулеметчицей и так далее. В студии после команды «Мотор» мы должны были снимать первую самую сцену, где появляется Владимир Ильич Ленин. Значит, через 10 секунд после первых фраз Владимира Ильича вдруг свет тухнет. Погас свет. Примерно где-то на минут 10-15 мы остановились, почувствовав, что дух Ленина был в этой студии. Что же я сделал? Значит, в темной студии, пока не дали свет, я вышел на середину студии. Значит, кто-то дал зажигалку, кто-то осветил мне свет, и я сказал: «Дух Владимира Ильича Ленина, пожалуйста, 22 апреля будет твой день рождения. Мы хотели бы просто напомнить зрителю, что ты у нас был, что мы тебя любили, что мы тебе посвящали песни и стихи. И мы просим, чтобы ты не мешал нашим съемкам. Ничего плохого мы про тебя говорить не будем». Свет дали, и с этого момента свет больше не выключали. Вот так, вот такая-то. Это была правда.